Современно и красиво стало в детской поликлинике Барыша. В этом месяце завершился капитальный ремонт, который стартовал в июне 2019-го. Внешний вид учреждения изменился в лучшую сторону. На месте линолеума скучного цвета яркий кафель. Стены также преобразились. Фасад выглядит как только что построенный. Стоит отметить, что это здание 60-х годов. Заменили коммуникации и оборудовали колясочную. Не забыли и о техоснащении. В поликлинике появился новый аппарат УЗИ. В рамках данной программы развитие детского здравоохранения поступил новый аппарат УЗИ экспертного класса стоимостью 3 миллиона рублей. Также были выделены средства на замену новой мебели для детской поликлиники в размере 650 тысяч рублей. В фойе поликлиники обустроены игровые зоны. За красивыми столиками ребята рисуют, играют и смотрят мультфильмы. Мама троих детей Наталья Фадеева заметила то, что уютная обстановка повлияла на настроение детишек. На прием теперь идут с удовольствием, без слез и волнений. Открытая регистратура также понравилась многодетной маме. Сейчас так все удобно, подходишь, регистратор в глаза тебе заглядывает, улыбается. Конечно, очень-очень приятно, что нам провели такой ремонт замечательный для наших детей. Спасибо всем огромное, кто причастен к этому ремонту. Барышская детская поликлиника теперь соответствует государственному стандарту качества. Все преобразования входят в реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.